Всем привет, народ! У микрофона снова мистер Чейзер. Вы смотрите мой жесплей канал, и мы продолжаем проходить игру под названием Warhammer 40000 Retribution. И перед тем, как топить на Меридиан, на столицу нашего великолепного субсектора, чтобы заценить, что там вообще происходит и как там дела у нас развиваются, давайте сначала, так сказать, не отходя от кассы на Аврелии, нашем завершенном мире, возьмем необязательное задание, которое я не помню, что нам, собственно, в нем надо делать, но, тем не менее, давайте возьмем... крепость Ордена Силенон. Давайте заценим, чем тут делать надо. Я понимаю, что время против нас и сражение с этими еретиками не является нашей целью. Решите сами этот вопрос. Командование снова связывалось с нами, хотят отчет. Уже в четвертый раз за эту неделю. Мы молчим в эфире, наверняка они скоро захотят к нам наведаться. Они, наверное, ума не приложат, кто подбирает боеприпасы, которые они сбрасывают. Если хотят, пусть хоть каждую минуту до конца света выходят на связь, мы не ответим. Ты слышал шепот? Ты знаешь, Уль, Ульк, Воля, голос. Теперь мы его, он здесь, они нас бросили. Если они, если кто угодно хочет получить эти боеприпасы, хочет это мясо, пусть соберут у нас. Конечно, конечно, сэр. За Улькаэра. Я вам покажу за Улькаэра, сволочи. Те, кто предал императора, недостойны жизни. Так, победите командира изменников, захватите склад оружия. Короче, у нас тут забунтовавшаяся имперская гвардия. Я вообще не понимаю, как они тут выжили на самом деле. Вот просто не представляю. Тут такой тотальный звездец происходит. Вот вспомните, что происходило во втором Dawn of War, который House Rising. Там, мне кажется, тоже на вот этом замороженном мире, который вырвался из имматериума. Вроде мы там тоже уже сражались, и было там довольно весело. Так, обжигающий мельтаган. Вау! Танк? Ну это я Predator бы взял. Хороший танчик. Или может быть древнего. Так, ладно, порча распространяется. Имперскую гвардию, размещенную здесь, медленно, но верно развратил хаос. Незначительные разрозненные группки лояльных империй гвардейцев все еще продолжают сопротивление, однако большинство воинов были обращены. Склад боеприпасов, размещенный где-то в пределах базы, может хранить в себе некоторый запас ценных ресурсов и снаряжения. Берегите засад. Понял. Так, давайте мы тогда здесь возьмем Цируса. Вместо древнего возьму телохранителей, а вместо... хотя дредноут здесь, наверное, вообще отлично зайдет. Давайте Марселия возьмем. Чисто ради того, что его надо как бы тоже использовать. Тем более мы ему это дали, Мельту. Надо бы ее тоже как-то в ход пустить. Ненужное снаряжение можно перетянуть на значок у мусорной корзины, чтобы получить за него вознаграждение. Да, знаем. Это мы знаем. Нарушение периметра. Вторжение на третьем контрольном пункте. Все к оружию! Убить их! Отнести их плоть в цитадель! Улькаэр сегодня будет пировать! Единственный, кто сегодня будет пировать, так это император на золотом троне. Он покажет, как происходит у нас с предателями. Как мы разговариваем. Вот именно! Покажи им Диомед! Расскажи им про все это дело! Сейчас мы с Сарами разберемся, у нас тут и Цирус есть. Это кто у нас? Блин, штурмовики, это жесткие ребята, кстати. Вперед, братья, разберемся с проблемами. Давай! В атаку! Так, Цирус, нам нужно снаряжение. Цирус! Отлично, молодец. Так, ну все, вперед, 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 братья! Вперед! Цирус там прикрывает. Он, если что, у нас тут снаряжение собирает. Так, тут ничего не было, не было, хорошо. Цирусом соберем снарягу. Отлично. Ох, ё-моё. Серьезно? Офигеть, как это так его расстреляли? Я тебя сейчас дам, ты, Нурглит хренов. Дядюшка Нургал, я тебе сейчас покажу. Так, плазму давай. Им плазменные винтовки подойдут лучше. Так, дальше, ресурсы. Давайте тогда Марселю больше хпшки дадим. Отлично, пойдет. Расстреляйте ворота. Да, мы не только расстреляем их и разобьем еще. Все сделаем. Так, у Марселя больше хп, отлично. Пригодится нам это дело. Так, давай, болты Кракена. Так, Цирус. Ему бы больше урона, да? На самом деле так пойдет. Так, заградительный огонь, хорошо. Ох, ё. А у кого мельта? У древнего вроде была мельта. Ладно, разберемся, это химера, она слабенькая. Пробьем ее. Давайте, братья. Что-то Марсель у нас тут танкует, как не в себя. Отлично. Братья, тут осквернённые огрены, братья! Блин, не хватает на троллику, чуть-чуть не хватает. О, хватает.
Так, как насчет разобраться с кучей предателей? Хотя тут турель мне особо не нужна. Нет, тут, наверное, не надо ставить турельку, то есть она нам не пригодится. Так, вперед, братья. Марселий, откинь туда гранатку. Отлично. Штурмовой дробовик, вау. Прикольно. Так, ресурсики собираем. Отлично. Да, тут, конечно, дредноуты было бы очень неудобно, наверное, передвигаться, если честно. Так, хорошо. А, терминаторов давай сюда закажем. Ну что, мы зря их сделали? Блин, в смысле больше? Почему захватчикам до сих пор позволено дышать? Ух, ё! Они пришли в открытую, умоляют... Так хватает ресурсов! Их же хватает! Мантикор, возмездие правосудия! Раздавите их! Там 50 энергии надо было! Подожди, не понял. 400 на 50. Ну, хватает. Что за бред? И раньше хватало. Вообще не понимаю. У нас же было ровно 50 энергии. Какого хрена? Так, где наши терминаторы? О, братья, давайте. Стоит ли им давать штурмовые пушки? Ну, они будут просто дальнобойные. О, лояльные... Лояльные войска. Вперед, братья. Терминаторов туда сейчас подкинем. Опа. Хорошо, поехали. Разберемся с этой скверной. Ну что ж вы стоите-то, а? Что ж вы себя не бережете? Валите мантикору. Да в ближнем бою ее месите, ёкарный налево, а? Все вот вам рассказывать надо. Вперед, братья! К победе! Давай, давай, блин, Марсели, отходи. А, турель ставь. Надеюсь, ее не уничтожат, отлично. Так, хорошо, разбираемся с проблемой. Терминаторы там должны точно порешать. Да, отлично, порешали. Лояльные войска у нас тут еще есть. Сейчас с ними, так сказать, объединимся. Так, захватывай. Отлично. Так, гвардейцы, как вы там, нормально? Так, а можно как-то к себе присоединить? Отряд гвардейцев, 8-й гадианский полк. Ну, все нормально должно быть у вас. Так, телепорт давай сюда. Так, это тоже захватывает. Ты что, это влияние? Так, на терминаторов еще одних хватает? Хватает. А, у нас предел. Капец, они 21 занимают. Ё-моё. У нас тут есть увеличение. И тут есть цитадель. Давайте сюда зайдем. Капец, тут ресурсов всяких разных. Можно насобирать. Но мне не думаю, что такая большая армада нужна. Итак, разберемся. Так, вперед, братья, пошли. Зачистим врага здесь. Ну, вы тут стоите, ну и стоите, типа. Я бы вас просто с собой забрал, вы бы послужили императору. Но, к сожалению, игра почему-то мне это не разрешает сделать. Так, давай обстрел туда попахнем. Вперед, братья! Только давайте оттуда отойдем, там сейчас такой артобстрел будет жесткий. Отлично. Давай, к победе! Чертовы предатели! Со всеми вами, уроды, разберемся. Терминаторов сейчас туда подкинем. Пусть покажут им мощь императора. Блин, там мантикора. Так, терминаторы. Разваливаем. Капец там месиво, а? Так, захвати больше численности. Блин, эта мантикора тупая, она прям под себя стреляет. Жесть. Сказал даже мега жесть. Так, ладно, базу захватили, хорошо, нам этого более чем достаточно. Больше ресурсов здесь я никаких не вижу. Посиди здесь на разведке. Отличненько, так, командир сейчас все захватит. Так, хорошо, цитадель у нас есть, отлично. Это что такое? Предатели! Чумные десантики, братья, проблемы! Вперед! Давай разберемся с этой проблемой! Охренеть! Что, себе позволяете? Давай еще больше терминаторов. Тут нам нужна самая тяжелая артиллерия. Самые крутые бойцы. Еще!
Так, одних я все-таки сделаю со штурмовыми пушками. Блин, Сирус. Сейчас не время умирать. Хилимся, живем, парни. Так, ну турелька тут стоит, пусть стоит. Если что, пригодится. Отлично. Отбились, да? Нет, еще и тут. Да вы в своем уме вообще? Давай турельку сюда. Я, правда, не думаю, что сейчас тут кто-то еще будет, да? Но тем не менее. Капец, реально из всех щелей ломятся. Гребаные предатели. Так, что у нас там еще по войскам есть интересного? Можно тактичек еще заказать? 47 на 70. Да я могу еще терминаторов себе позволить на самом деле. Вот без шуток. Возможно. А, 50 энергии надо. Ну, в принципе, сейчас мы ее соберем. Тут куча он энергии валяется. У нас тут еще и увеличение численности. Я, короче говоря, себе могу очень много позволить в этой миссии, как я понимаю. Прям очень много. Вообще обнаглеть могу, если честно. Так, ну что ж, все мантикоры. А мы же не знаем, где мантикоры. Ворота. Вот мантикора где-то здесь. Ох, ё-моё, Лемон Раст. Так. Давай в бой, все сюда. Ставим турельку. Давай, интенсивнее устанавливай ее. Хорошо. Блин, поздно ты это, конечно, делаешь, ну ладно. Быстрее просто мы уничтожим этот танк. Если честно. Сейчас анаркетный сделается, может быть, поможет. Ну да. То есть она успела стать ракетой, но мы быстрее решили вопрос. А, может было тут пройти? Нифига себе. Интересно. Это все очень интересно. Я не знал, что здесь можно проходить. Давай-ка разрушим тогда дверцу здесь, получается. Чтобы мы могли сейчас отступать сюда по-быстрому. Так, тут где-то мантикора стоит. Мне кажется, она на возвышенности. Вот где-то здесь стоит. Так, хорошо. Что еще у нас тут есть? Вот это мы... Хотя нафиг оно нам надо? Ну, дверь почти уничтожили. Ладно, так уж и быть. Давайте уничтожим эту долбанную дверь. Так, тут будет сражение с боссом. Наверное, он какой-то жесткий будет. Хотя хрен его знает. Это же имперская гвардия. Может, тут какой-то corrupted командир будет просто. Или какой-то Лемон Рус, я не знаю. Правда, арена не особо подходящая под технику, да? Ну, хотя, блин, может быть и техника будет. Хрен его знает. А может быть, будет там какое-то порождение Нургла. Опять же, не угадаешь. Ой-ой-ой. Здесь стоит несколько химер. Чьи это химеры, неизвестно. Вроде как пока что мои. А там хрен его знает. Надо, наверное, их сдержать. Да, так и надо было. Ну... Две химеры они захватили, окей. А мы можем зайти в эти... А, тут месиво идет, ты смотри. Тут на полном серьезе месиво идет. Так, там антикора, парни. Все быстро сюда. Давайте мы командиру дадим увеличение урона, наверное. А, 40 энергии. Блин, одной энергии не хватает, пипец. Все, поехали. Как он залетел туда. Капец, тут кровище. Ё-моё. Просто пришел и разрулил всю ситуацию. Так, командир, давай тебе увеличение урона. Пригодится. А вы? Молодцы, бойцы. Молодцы. Несите свет императора и дальше. Тут есть две мантикоры, или точнее одна. А нет, две все-таки. Ой, то есть мантикоры, химеры. Можете в них залезть? У вас тут как раз двое осталось. Можете вдвоем в одну залезть, если хотите. Типа, вам нормально зайдет. То есть я не могу сюда заходить. Да, командор, выдвигаемся. А, и тут еще есть парочка. Нормально, ребят, хорошо удержитесь. Хвалю. О, смотри, ресурсы есть. Надо это уничтожить. Так, энергии, 159 энергии, охренеть. Могу себе много чего позволить. Давай еще терминаторов. Так, штурмовые, не штурмовые. Какие будут приказы?
Цирусу можно дать. Ну, наверное, больше ХП, но пока что ничего не дам. Я жадный, не дам. Так, сюда еще, так подозреваю, можно пройтись, да? Тут, наверное, тоже какая-то химера стоит. Ох, ё-моё, тут чертов ритуал Нурглитов. Они наших бойцов убивают. Имперскую гвардию. Да рвать дьявольский ритуал. Так, хорошо, захват делаем. Это тоже захватываем. Ресурсы забираем. Пригодится. Так, размер армии увеличен, тоже пригодится. Ох, ё-моё. Да тут пехота союзников и погибнет, я так подозреваю. Тут, черт подери, химера, Лемон Рус. Хилимся, живем, братья. Ракетная турель. Да добейте вы танк. Добейте танк. Черт, я дери, а. Так, ну вы тут справитесь. А я пойду зачищу вот этот вот. Подветренную, так сказать. Мне, конечно, не очень интересно, что там, но надо зайти. Так, тут мантикора, я помню. Маячок. Блин, карта прикольная. А, можно было ту дверь уничтожить. Ну, ладно. Мы и так зайдем. Какие будут приказания? Без проблем. Сюда, кстати, гранатку надо кидать. О, тут лояльные войска. Отлично. Это гвардейцы. Они могут нам помочь. Командор. Командор, прием. Слава императору, вы здесь. Каждый солдат на этой базе слышит голоса. Каждому снятся кошмары. Здесь все проклято хаосом. Мы здесь уже несколько лет. С тех пор, как капитан Ангелос и его космодесантники ушли, большинство сошло с ума. Но не все. Когда вы прибыли, мы начали действовать. Захватили сброс боеприпасов, убили здесь предателей и... Предательский пес! Тебе так не терпится воссоединиться с этими притворщиками! И тогда твои кости и кровь проведут их в чрево Улькаэра! Выдвигаюсь. Да-да-да. Я слышу. Поговорите мне тут еще. Захватите склад оружия. Где? Где? Какой склад? Ух, ё, подождите, тут проблемы. Потом склад оружия. Потом... Терминаторы. Ближний бой. Терминаторы, ближний бой, тут жопа. Кодовое слово жопа. Чё, не видишь, что происходит? Я тут на всякий случай думаю, все-таки турельку, наверное, скину. Да, надо бы. Поехали. Охренеть. Отовсюду просто суки ломятся. Ты глянь на это. Блин, гранату, конечно, Марселин очень херово кидает. Максимально херово. Все? Или еще будет ломиться? Не, еще ломит. Ё-моё, парни, в бой! Недостаточно фанатизма. Прикольно вы это называть. Не, ладно, я только оставлю еще одну. Давай мы ее в ракеты переделаем. А хотя уже не надо. На самом деле уже не надо. Все, нормально. Еще сверху. Братья, проблемы. Они отовсюду, эти проклятые хаоситы. Блин, меня больше удивляет, что вот эти бойцы тут стоят, ничего не делают. Могли бы скрипт написать, чтобы они тоже к химерам бежали. Братья, тут огрены караптанные. Но огрены тупые, их вообще можно просто переманить на свою сторону. Даже стараться особо не надо. Вперед, братья. Гранатки им туда, командира туда тоже закидываем. Все туда кидаем. Мощь императора туда. Всех уродов уничтожим. О, да. Мы с парнями пока удерживаем эту позицию, командор. Если захватите цитадель, сломаете отступникам хребет. Удачи, сэр. Империум победит. Спасибо. Да, Империум победит. Вот это ты правильно сказал, боец. Такой настрой мне нравится. А то, что у меня средние серверами Steam потеряно, это я не в курсе. Что происходит? Ну, Steam на самом деле, наверное, лагает. Такое бывает. Так, все, проходим. Если здесь нет двери, мы ее сделаем. Ну, один Огрин остался. Я большой, я тоже могу быть космодесантником. Ну, блин. Нет, ты не можешь быть космодесантником, ты тупой. За орка сойдешь. Так, ну что, неплохо мы, кстати, сюда зашли. Очень даже неплохо.
Нам прям неплохо подкинули там вот эту вот хрень кодекса, как она называется? Не помню, но очень полезная вещь на самом-то деле. А, не, не надо. У нас вроде хватает, да, у нас он 278, 250, давайте туда бабахнем. Он туда. Блин, ну тут терминатор, им пофиг. Это мартобстрел заделал, нормально. Опа, залит дредноута, беру. Есть, взял. Капец, тут лутецкий хорошо падает. Раньше, я помню, в этой игре такого не было, прям очевидно. Блин, тяжелое орудие. Капец, командир просто разлетает. Залетает и просто решает вопросы. Так, десантники, давайте сюда, быстро. Терминаторы, или давайте не, Марселий, захвати позицию. Так, вы в здании посидите. Хорошо. Умри, предатели, пусть тебе станет стыдно. Вот это, кстати, хорошо сказано. Так, все, ресурсов завались. Впереди босс-файт. Зачистили вроде как мы всю карту. Везде, где можно было, побывали. Так. Кого еще можем себя вызвать? 78 на 90. Да мало кого. Штурмовой отряд, наверное, можем, да? Или нет? Давайте не штурмовой. О, тактичку вызовем. Тактические десантники, они просто полезны всегда и везде. Да, да, идите, неверующие. Улькарь всем вам рад. Окей, я уже тут. А где ты? Я-то иду, а тебя-то как-то не вижу. Командир изменников. Ой, тут и наши бойцы. Блин, нас очень помогать. Вперед, бойцы! И похилю вас! Сейчас терминаторов подкинем сюда. Понеслась. Ой, как хорошо они телепортируются. Ё-моё! А где командир изменников? Тут космодесантики хаоса. Командира не вижу. Еще наши бойцы тут сражаются. Молодцы. Это имперская гвардия, просто реально молодцы. Новый приказ? Ага, я понял. Химера. Ой, это не совсем химера. Боевые 31-й Хараконский полк. Ё-моё. Наверное, жесткие ребята. Но я не проверял. Сейчас быстро их развалим, я думаю. Так, турельку не могу кинуть, жаль. Артобстрел тоже не могу. Наверное, турелек слишком много. А почему не могу? А, 5. Нам надо еще это. Я понял, все. Я завтыкал. Нам надо еще количество численности войск. А тут надо 250. Блин, вообще не хватает ни на что. Бойцы, сражаемся до последнего. Давай туда тпшимся. И ближний бой. Поехали. А, я ж могу турельку здесь задевать. Точно. Ставь, 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 ставь. Отлично. Давай тогда больше хп. Давайте, бойцы, за императора. Валите их всех. Выйдите врагов императора, мочить. Мочить в сортире, разрешаю. Готово. Спокойной смерти, безумец. Смерть. Смерть ждет всех. Пусть сгниет и разложится плоть моя. И возродится из нее новая жизнь во имя Нургла. Да, да, да. Слышали мы эту историю 100 000 раз. Как правило, вы просто умираете и ничего не получаете взамен. Единственное, что вы получаете, так это вечные муки и страдания служения дядюшке Нурглу. Ни больше, ни меньше. Так что... Спешу вас огорчить, ребята, вы зря померли. Так, окей, прыжковый ранец, вау. Это мы можем командору дать, кстати, или нет? Да, мы получили вот, осмысление кодекса. Изучение кодекса Астартес позволяет космодесантнику приобщиться к мудрости великих воинов, что были до него. Ну, типа, просто разовый предмет для получения... Ну, короче, мы сюда пришли чисто за опытом и за вещами, вот и все. Ну, что, полезно, на самом деле, иногда такое делать. Так, и берем мы на... Блин, я хочу очень дредноут и предейтер хочу. Мельтаган так себе на самом деле.
Плюс 25 единиц урона. Классная штука, можно Марселю его отдать. 135, ну просто урона много. Но он у нас не самый главный дэмэдж-дилер. Давайте тогда, наверное, возьмем Предейтор. Он отлично технику будет разпиливать. Так, хорошо. Марселий, посадочная капсула почетного дредноута. То есть ты можешь сбросить на поле боя почтенного дредноута. А нафига тебе, спрашивается, тебя менять на дредноута вообще, а? Такой маленький вопрос. Так, завет дредноутов. Можем улучшить дредноуты. А что у дредноутов сейчас на данный момент имеется? Они у нас даже не открыты, я понял. Давайте тогда пока что повременим с этой штукой, получим просто экспириенса немного больше. Диамет как раз таки прокачался, поздравляю. Боевой клич, нужная тема, очень нужная. То есть, специально атаки будет проводить он постоянно. Дальше, мы тут получили штурмовую плазменную винтовку. Отлично подойдет древнему, кстати, у него же обычная, да? Да, тут урона побольше будет, в два раза. Дальше, мы тебе качаем что? Артиллерист, арьергард, огонь становится подавляющим, мастер тяжелого оружия. Вот это, кстати, классная тема, на самом деле. Ну, блин. Тяжелый болтер, плазменная пушка, лазерная... В принципе, прикольная тема, но штурмовой прыжок тогда теряет свой смысл. Поэтому давайте дадим ему ветку вот эту. Тактическое наступление... Запас здоровья. Типа арьергард, огонь подавляющий делать. Ну, в принципе, мне кажется, вот эта ветка будет полезная больше. Хотя, может быть, я и ошибаюсь, не знаю. Так, командор. Можем дать ему прыжковый ранец. Место собраться. Прыжковый ранец мне нравится больше. Будешь у нас летать. Отлично, как и древний. Тут у нас прям штурмовая пехота какая-то пошла в бой. Так, Цирус. Тебе надо бы еще один левел, и будет вообще классно. Так, левел 4, кстати. Брони, можем дать это, наверное, древнему эту броньку. Так, броня 3, давайте тогда, ага, поменяем местами, эту броньку продаем. Хорошо. Дальше, дробовики. Вообще ими никогда не пользуюсь, если честно. Не вижу никакого смысла в их использовании вообще. Только Цирус может ими пользоваться, нафиг. Цируса, кстати, сейчас можно прокачать. Благодаря тому, что мы дадим какие-то интересные штуки. Так, тут нужен левел 7. Не скоро он у нас будет. Поэтому обычный болтер продаем. Так, у Цируса практически левел. Снайперская винтовка, то есть. Пауэрфистом я пользоваться не буду. Расходные материалы нам ничего не дают. Знамя ордена я не отдам, как бы вы ни просили. Так, болтер 5 левела, болтер 7 левела. Пусть будет и то, и то. Снайперская. Блин, вот снайперскую винтовку бы ему сейчас дать, но немножко уровня не хватает. Совсем чуть-чуть. Ладно, дамы и господа, давайте на этом моменте сделаем остановку. Пойдем на меридиан. В следующем видео. А пока что на этом все. У микрофона был мистер Чейзер. Если тут впервые, обязательно подписывайтесь на наш пока что маленький канал. Дергайте за колокол, который будет уведомлять вас о выходе новых видео на канале. Лайкайте, комментируйте и заходите в нашу имперскую группу во ВКонтакте. По ссылочке в описании буду всем и каждому там рад. А на этом все. Всем удачи и всем пока, ребят. Еще увидимся.